Нарезаю яйца крупными кусочками. Сегодня мы с вами готовим вкусный завтрак для всей семьи. В начинку добавляю зеленый лук, нарезаю тонкими колечками. И обязательно добавляю мелко порезанный укроп и петрушку. Добавляю в начинку немного соли. Друзья, вы вообще знаете, что на нашем канале всегда все очень вкусно. А если вы еще к нам не подписались, обязательно подписывайтесь, не пропускайте новые видеорецепты. И, конечно, добавлю немножко черного перца. Ну а теперь все хорошо перемешиваем. Разрезаю лаваш на небольшие прямоугольники. Выкладываем начинку на лаваш. И заворачиваем. Приготовим быстренько кляр. Для этого нам понадобится 2 яйца, соль, смесь прованских трав. Как всегда, точную пропорцию вы найдете внизу под видео. И немного молока или сливок. Теперь просто все хорошо перемешиваем. Пирожки отправляем сначала в кляр. А потом на сковородку. Готовые пирожки перекладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Как можно мельче нарезаю соленый огурчик. Отправляю огурчик к сметане. Сюда же мелко порезанный укропчик. Перемешиваем и получаем отличный соус к пирожкам. Скорее пробуем! Классно, очень вкусно. Сейчас я попробую с соусом, будет еще вкуснее однозначно. Ребят, вот так. Ну, готовится так просто, я бы сказала, знаете, до безобразия просто. Нереально вкусно, мягкие. Ну, начинка с яйцом и с луком — вообще беспроигрышный вариант. Если вы еще не с нами, обязательно подписывайтесь. Прошу к столу и приятного вам аппетита!